Правда. Лучше даже моими кривыми руками пытаться поймать резкость. В одном случае из 100 вы ее поймаете. Но это будет лучше, чем автофокусировка, которая часто подводит. Чаще, чем мои кривые руки, так точно. Я снимал до этого и Nikon Coolpix P 900. Пока он не канул в лету после корпоратива. Ну, в лето, не в лету, куда-то канул. И сейчас Nikon Coolpix P1000 у меня снимает вывод один и тот же. Снимайте на ручных настройках. Это ужасно, конечно, смотреть, как я играю с резкостью, но... Дело того стоит. Хорошо. Может быть, еще дублик сниму. Спутника Илона Маска мы не заметили. Всего один раз получилось их снять у меня. На канале есть. Довольно блекло, но можно посмотреть. Так, 21.54 по Киеву, Харькову. И 25 апреля. 2021 год.